Десятки юных новосибирцев попали в больницу после катания с горок и на коньках. Тяжелых травм немного, а вот с ушибами и растяжениями врачи сталкиваются каждый день. Чтобы зимние развлечения не обернулись трагедией, травматологи советуют кататься только в специально оборудованных местах, продолжит Анна Братушкина. Месяц назад Вика Молчанова впервые встала на коньки. Сначала каталась аккуратно, держась за бортик, а потом выехала в центр катка. Здесь и упала. Лежащую посреди ледовой площадки девочку заметила незнакомая женщина. Она мальчиков позвала, они меня понесли, потом этот дядя взял, который это, и отнес туда, где греются. Нет, сюда посадил, скорую вызвал, они потом пришли, положили эту мне шину, забинтовали и на скорой отвезли. В больнице выяснили, что у Вики перелом голени. На целый месяц девочка оказалась закована в специальном вытяжителе. А впереди еще 30 дней в гипсе и долгое восстановление. Тяжелые травмы на катках и горках получают не только новички. Опытные спортсмены порой тоже оступаются на льду. Катаюсь, каждые выходные на каток хожу, катаюсь, часто падаю. Сейчас неудачно упал. И что случилось, что повредил? Позвоночник, сказали сначала компрессионный перелом, но вроде не подтвердился. Сейчас в детской больнице скорой помощи со сложными повреждениями лежат 4 ребенка. А вот с ушибами, растяжениями и вывихами в травмпункт ежедневно приходят десятки детей. Лучше, когда будут родители рядом, лучше, когда дети будут понимать, что им грозит. Надо сказать, что это опасное место, что там можно получить травму. И как минимум об этом сказать, потому что бывают такие вещи, когда дети молчат, не говорят, терпят боль, и потом через какое-то время родители обращаются уже за помощью, где помочь немножко сложнее и труднее. Кататься лучше в оборудованных местах. Здесь не только строго следят за порядком, но и дежурят медики, которые смогут оказать первую помощь. Анна Братушкина, Олег Крылевец, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!